Американцы же в этом смысле гениальные маркетологи, они давно уже выиграли, по-моему, информационную войну, именно потому, что они очень четко понимают, как управлять сознанием людей. Именно какие архетипы существуют. Вот почему американское голливудское кино собирает такую огромную кассу? Потому что я читала книжку по психологии сценаристов, и там разбирают просто очень подробно, детально, на каких архетипах строится американское кино. Это то, что заложено у всех людей на подкорке. Я не буду сейчас углубляться в это, но тем не менее. И они же проводят маркетинговые исследования, прежде чем запустить кино. Там достаточно устаканенный и четкий план по развитию перед запуском каждого производства, кинопроизводства. Я уверена просто, что вот такие бровки домиком, как у Мэтта Дэймона, они... Вот они так воздействуют на человека, что вот они его спасают, что-то там у американцев там в голове переворачивается, они несут свои деньги, Мэтту Дэймону.